Всем привет! Я решила, как обычно, ненадолго выйти чуть-чуть с вами поболтать. У меня есть время. Мы сейчас будем собираться идти гулять. Минут 15. Пообщаемся. Я уже давно не была в прямом эфире. Привет! Всем привет! У вас там уже вечер поздний, насколько я знаю. У нас только по второго дня. Привет, привет, Катенька, привет, Юлечка. И что ты роняешь бутылку, котик? В Киев мы возвращаемся 27 мая. Мы здесь надолго. Дети разносят весь дом, мы без нянь просто. Я снова впала в материнство, постоянно включена. Хорошо, что есть Андрей, который очень помогает. Я никаких нитей, ничего не делала, нет. Я ничего пока с лицом не делаю, в принципе, потому что еще раненько. Постройнела? Может быть, честно говоря, я тут просто в этом ритме не сильно даже успеваю поесть. И реально, вчера поела 2 раза, с утра и последний раз 5 вечера. Хотя хотела, честно, я так мало ем, что я уже должна быть вообще вот такой, но оно не хочет из меня уходить. Кукуха еще не в порядке, видимо. Новый проект не вымотал, но сложно, потому что 3 ребенка, 3 взрослых, постоянно всех собрать, куда-то поехать, здесь огромное расстояние, машину пока всех погрузишь, уже просто пока всех оденешь, соберешь, погрузишь в машину, ты уже охренел, уже ничего не хочется. Вот, поэтому, ну, сложноватенько было, но прикольно, она же, это же жизнь, она интересная, многогранная, насыщенная, наоборот, кайф. Андрей пошел прогуляться к океану, у него там свои... Медитации, аффирмации. Космонавты, они такие. Благодарю, очень мило. Андрей мне сказал, что я без макияжа красивее, так что я теперь буду более часто натюрель. Вот. Андрей сказал, мама тоже подтвердила. В принципе, мне все говорят, что я так моложе выгляжу. Я как бы, я очень люблю делать макияж. На самом деле, знаете, история с макияжем. Мне часто говорят, что вот, конечно, красишься, не принимаешь себя. Я себя принимаю, но я себе вот так нравлюсь, реально нравлюсь. Просто я, ну, мне макияж, я люблю делать макияж, люблю, в принципе, процесс, мне кайфово, я наедине с собой, меня никто не трогает, я, у меня такая своеобразная медитация. Это, во-первых, во-вторых, мне нравится, как я меняюсь, мне нравится, что я выгляжу ярче. Но, да, я действительно выгляжу взрослее, тоже осознаю. Это как бы дело вообще не в принятии, а просто в том, наоборот, принятие – это то, когда ты осознаешь, в чем тебе кайфово. И вот мне кайфово делать макияж и быть с макияжем. Мне и так, ну, типа, норм. Я вообще, у меня комплексов, мне только не нравится сейчас мой лишний вес. Все остальное меня в себе полностью устраивает на самом деле. Давайте поотвечаю на ваши вопросы. Тренируешься в ЛА? Я не тренируюсь вообще, потому что мне нельзя. У меня запрет на любую такую, ну, физическую активность 1,5 месяца. Сейчас даже еще... А, сегодня ровно месяц, офигеть, сегодня ровно месяц, чуть-чуть осталось. И мне нельзя было даже детей носить, но поскольку мы без нянь, без помощи, Оливка супер ручная, супер моя, она хочет быть только с мамой, где мама постоянно, поскольку я уже этим чуть-чуть пренебрегала, но... Я чувствую себя отлично. Я, во-первых, супер довольна. Я ни разу не жалею, что сделала грудь. Это так красиво. Мне прям этого не хватало. Ну, вы сами видите. Я прям кайфую от себя. Могу носить любую одежду. Ничего нигде не беспокоит. Я недавно вот обрезала все нити уже. То есть у меня остались только пока шрамики. Уже все зажило. Шрамики через еще 2 недели буду мазать контрактубиксом, потом маслами восстанавливать. Но выглядит все очень красиво. Но пока нельзя тренироваться. Ну, в принципе, у меня здесь нет ни времени, ни возможности особо. Я стараюсь просто быть активной, бегаю за детьми, ношу их и так далее. Гуляю у океана и уже вернусь в Киев. И у меня на лето огромные планы. У меня в заметках прям стоит вот так вот пунктами, что я хочу выполнить. Я буду ходить снова на тренировки и просто в зал хочу вернуться вот на те групповые, если вы помните, которые я ходила. Хочу снова растяжку, хочу научиться петь вот с Катенькой Корецкой будем заниматься. Хочу на курсы экстремального вождения пойти. И что еще хочу? Ну, то есть, короче, у меня прям такие масштабные планы развития во всех направлениях. Хочу просто расти, кайфовать. Почему никогда не читаешь директ сообщения, не отвечаешь? Я читаю в директе сообщения и стараюсь отвечать хотя бы там на пару десятков в день. Но просто, чтобы вы понимали мою загруженность, мне в день, внимание, приходит новых примерно несколько тысяч
бывает и десятков тысяч сообщений. То есть если вот так вот открыть каждую мою историю, статистику, сколько у меня ответов, то есть у меня в среднем на одну историю, ну, минимум, ну, в среднем, наверное, 500 ответов, минимум 200. А теперь куда ты... Не надо разворачивать салфетки, булочка. Не надо разворачивать, не надо. Вот, он, смотрите, миньон. Привет, скажи. Скажи привет. Ты такая сладкая, ты вредная. Мама, вот. Ай-яй-яй. Не, не надо, не ба. Такая вот. Зайка, не надо, пожалуйста. Нельзя. Мама тебе запрещает. Не надо так делать. Это нехорошо ты делаешь. Ты не... Вот назло, понимаете? Она супер вредная. Это ребенок с самым сложным характером у меня. Она милашка нереальная, красавица, умная пипец. Ну такая борзая. Она еще и всех месит. Ей что-то не нравится. Он схватит еще, фиганет, поцарапает, укусит. Какую песню мечтаю спеть? Я мечтаю просто уметь петь, потому что я люблю, у меня офигенный слух. Зайка, не делай, пожалуйста, Оливье, что делаешь плохо. Ты ну-ну-ну делаешь. И смотрите на нее, и счастлива. Ей нравится делать ну-ну-ну. Вредная, вредная малышка. Специально разматывает на зло. Мне очень нравится Chemtrails Under the Country Club. Очень нравится Lana Del Rey. Из русских, не знаю, мне вот то, что мне кажется мое, это NBA «Улетай». Такое. Ну, короче, вообще я хочу просто научиться петь. Ты шикарная мама. Как остаешься такой, как не нервничаешь? Я нервничаю, я живой человек, я могу и нервничать, и злиться, и расстраиваться, как видели, и плакать могу, но редко. То есть я, во-первых, я реально считаю себя суперадекватной, вот прям суперадекватной, и я стараюсь быть в ресурсе. То есть если вот я прям устала, я лучше просто пойду, поднимусь от детей и там приду в себя как-нибудь своими способами, послушаю музыку, не знаю, посижу в Инстаграме, поотвечаю, то есть как-то, что меня наполнит, чаек попью. Так, ну, я просто, наверное, научилась осознавать. Во-первых, я не живу в боли. Я честно скажу, что у меня было, когда я срывалась на детей, когда мне было очень больно и плохо, ну, вот просто, да, вот ситуацию себе представьте, ну, вот так, плюс-минус, например. Потому что раньше у меня была только одна Наташа, и то не постоянно, ну, до того, как я от Димы ушла. И, допустим, я весь день просидела беременная, ну, там уже на сроке, с двумя детьми, одна. Я с утра, а я как у нас была, Дима просыпался позже, я с утра просыпалась вместе с детьми, а то и раньше, быстро чистила зубы, умывалась, бежала на кухню. Если вы помните, даже сторис снимала, я делала завтрак вместе с тем, делала вакуум, то есть, типа, знаете, там, налила блинчик, сделала вакуум, там, сняла блинчик, сделала вакуум. Еще сторис снимала, потом всех детей зубы почистить, одеть, весь день с двумя детьми, тащишь. Мне сейчас, я с Андреем, я просто не верю вообще, в какую сказку я попала, потому что это человек, который мне говорит, ничего не делай, я сам все сделаю. Говорит, ты что собираешь коляски? Я говорю, мне не сложно собирать коляски. Он говорит, не собирай коляски, я сам все сделаю, иди в машину, садись. Он прям, знаете, так. А Андрей себя недавно плохо чувствовал, и я уже думаю, ну как бы после помогу ему, он и так дофига делает, типа, ну, соберу коляски, мне не сложно. Начинаю собирать, он говорит, не надо собирать, говорит, иди садись. Я говорю, слушай, ну тебе плохо, ты себя плохо чувствуешь, мне не сложно. Он говорит, нет, не делай, нет, я сам соберу, понимаете, да? А раньше я могла быть с пузом, в одной руке держать Лолу, рядом стоял Дэвид, и я еще правой рукой эту ёшку там складывала, раскладывала, потому что... Ну, я привыкла что-то делать. И представьте, вот, да, такой день, когда ты весь день с детьми, запаханная, уставшая, тебе никто не помогал, они там что-то ссорятся, ты вечно что выясняешь, и под вечер просто, когда ты их пытаешься уложить час, а они еще не спят, а ты уже просто съебанная. И такая, ненавижу, Дима, иди сам укладывай, типа уничтожить, убить уже всех, и уже просто не хочется ничего. Я понимаю, как это. А еще, например, если вы поссорились с мужем, там, не знаю, тебя там обидели, расстроили, все плохо, тебе херово, и ты просто не в состоянии, ты не в ресурсе, чтобы находить нормальный диалог с детьми. Я знаю, как это. Я была там, и я понимаю абсолютно всех женщин, и я понимаю, что, ну, иногда просто... нету ресурса на то, чтобы с детьми быть в диалоге, в гармонии и не срываться. То есть у меня аллергия какая-то пошла, не знаю, у меня заложенный нос уже неделю и какая-то такая, короче говоря.
Вот, поэтому надо просто любить себя, жить для себя, наполняться и понимать, что с детьми насилие не работает, крики не работают. То есть просто на секунду вот представьте любую ситуацию, где на вас кричали, повышали тон. Вот где на вас кричат, вы уже не слышите, что вам говорят, вы видите эмоцию, и вам внутри страшно, неприятно, несправедливо, вам плохо. И вы не поймете, вы не услышите человека, что вам пытаются донести. Вот так же и дети. Если мы на них орем, они не услышат. То есть, ну, конечно, иногда можно там прикрикнуть, можно быть, показать, что ты злая, да, то есть, ну, бывает, что они реально себя ведут, надо им дать понять, что они, что ты живая, и ты можешь испытывать, что они тебя разозлили, да, что ты можешь там, ну, как бы не, ну, не грубо, а разговаривать как бы на высоких тонах, потому что ты злая, но не орать, как там ненормально, тем более никогда не поднимать руку. Вот, поэтому я как-то, ну, умею с собой быть в контакте. Так. Но хочет ли пить на супермаму? Не хочу, и меня сейчас спрашивают, почему я именно в этом проекте снялась, потому что мне понравился формат. То есть это именно реалити, они мне как сказали, ты что захочешь показать, мы то и покажем. Понятное дело, что все равно где-то что-то, ну, хочется сделать, да, поинтереснее, такую добавить остроты. Я все равно не все прям 100%. Я очень разозлилась, когда сказали, блин, что я рожала в прямом эфире. Я такая, ну, блядь, ну, снова одно и то же. Ну, какой прямой эфир вообще, алло? Вот, но все в остальном просто как бы здесь можно показать, объяснить свои ценности, как ты живешь. А в супермаме ты, блин, соревнуешься с кем-то и доказываешь, что ты супермама. Мне не хочется никому доказывать, что я супермама. Я для себя охеренная мама. А соревноваться с кем-то, ну, я абсолютно полностью согласна, что каждая мама, которая вообще там старается для своих детей, она супер, просто у всех разные возможности, разные принципы, понимания и так далее. То есть мы просто все разные, все мамы разные. Не хочу ни с кем соревноваться. Как обычно, очень много про Андрея. Ты сегодня не похожа на себя. Я, наоборот, сегодня похожа на себя, потому что я без мейка, и у меня просто такая причёха. Я вообще выгляжу так, чтобы вы знали, как вот то, что я вам показываю утром, как я выгляжу, я так выгляжу. Так, про Андрея даже слушать не хочу. Это самый, наверное... Вот даже, да, вот вы считаете, что Андрей надежный мужчина, это самый надежный мужчина, ну еще мой папа, в моей жизни. Я еще не чувствовала себя никогда настолько в безопасности, настолько комфортно. Это самый мужественный мужчина, несмотря там на, да, прическу, ну какой-то такой молодой довольно-таки вид, стиль какой-то свой особенный, может быть, где-то какие-то там проявления, но это на самом деле в этом и кайф. То есть человек живой. Я с Андреем, ну, вы сами даже заметили, я наконец-то могу быть собой. Вот я такая живая, драйвовая, я кайфую, я могу танцевать под музыку, ну просто с некоторыми людьми так сложно проявляться, да, и ты вечно там подавленная, а у нас с Андреем вообще офигенное взаимодействие, то есть, ну, условно, там я где-то устала, вымоталась, еду такая что-то в своих мыслях грустненько, Андрей едет там, танцует под музыку, думаю, блин, и он еще так, знаете, там, слышит каждый там какие-то нотки, басы, что-то, я думаю, блин, настолько человек умеет кайфовать, и ты заряжаешься автоматически, и также наоборот тоже, где-то он там, когда просидел с тремя детьми, пока мы на съемках были полдня, устал, я вижу, что уже такой едет, такой, и как бы я его наоборот заряжаю. То есть это офигенное взаимодействие. И, ну, я понимаю, что со стороны можно видеть вообще все, что хотите, но я сейчас в максимальной гармонии и комфорте. Я себе загадывала, да, у Вселенной вот такое ощущение безопасности, защищенности. И я вот сейчас абсолютно в этом состоянии. Так. Очень много, благодарю, очень много всяких милых сообщений. У вас есть история о том, как... Так, не получается поделиться ответом, почему. Вот, у вас есть история о том, как вы жили с Димой. Просто не думала, что все было идеально, оказывается, все не так. Я об этом говорила в интервью Маши Фросининой. Я на самом деле вот прям истории никаких не писала, потому что пока не готова, но... Я очень хочу когда-нибудь потом, через несколько лет, много, может быть, лет, не знаю, 10, может, не знаю, написать книгу, потому что я действительно прожила очень уже интересные этапы в своей жизни, знаю, что дальше больше, но уже хочу просто потом делиться с высоты какого-то опыта, где я точно знаю, что я, ну, чего-то достигла, да, сейчас я многого достигла, но пока что, там, допустим,
семейного, да, наверное, какого-то успеха в отношении, пока что еще это где-то там в начале всего, я рассказывала на интервью Маши Ефросининой о том, что токсичные отношения, это, во-первых, мы не понимаем, да, все женщины, которые живут в токсичных отношениях, многие не понимают. Во-вторых, это не про то, что постоянно плохо, все херово, там тебя постоянно обижают. Нет, это про то, что в основном всегда хорошо наоборот, но постоянно что-то случается, где плохо и больно. И ты думаешь, так, ну недавно было хорошо, что я сейчас могу сделать, как я могу исправить все для того, чтобы снова стало хорошо. И ты все делаешь. А я человек, который... У меня очень много паттернов. У меня паттерн заслуживания любви, у меня паттерн хорошей девочки. Я тот человек, который привык, ну, добиваться, чтобы меня любили. Я такая, типа, ага, меня не любят, типа, я сейчас все сделаю, типа, чтоб любили. Вот максимально вложусь в эти отношения, все, что могу, последнее отдам. Пофиг, даже если это мне не очень комфортно, лишь бы меня любили, лишь бы я была хорошей. То есть, ну, это вот как бы так и жили. С периодичным успехом, так скажем. Но прошу заметить еще раз, я уже вижу, какие комментарии мне пишут, что я ничего не говорю в адрес Диму нехорошего. Во-первых, потому что человека нет. Во-вторых, что я в любом случае внутренне, даже это я не на публику, я внутренне испытываю огромную безусловную любовь к этому человеку, как к моему учителю, как к близкому человеку, как к отцу моих детей. Во-вторых, нереальную благодарность за этот опыт, каким бы он ни был болезненным местами, да, тяжелым, где-то прекрасным, как бы ни было где-то плохо, какие-то недопонимания, но это был потрясающий опыт, в котором я выросла, я изменилась, я стала взрослой, у меня родились трое прекрасных деток, вот, поэтому... Я уже не хочу, вот я написала этот пост, да, мне написали, что он какой-то там вода одна, но у меня брекеты. Вот, мне написали, что вода как-то неясно, а он наоборот такой разносторонний, каждый поймет свое. И я написала, что я не хочу ярлыки. Мне больше не нравится ярлык там, он абьюзер, я жертва, там, я вегетарианка, он там мясоед. Это вообще, ну, типа, зачем эти ярлыки? Просто надо понимать, что абсолютно любые отношения — это взаимодействие двух людей. То есть даже если они токсичны, абьюзивны, даже тебя обижают, ну, типа, абьюзер, не абьюзер, вопрос в том, что есть активный агрессор, есть пассивный агрессор. В том, что если мы это терпим, если мы в этом живем, значит, мы взаимодействуем с человеком. Значит, ну, мы играем эту роль, да, мы we are in, то есть мы как бы в этом, да, мы это принимаем. Мы в этих отношениях, это взаимодействие, то есть активный агрессор агрессирует, пассивный агрессор как бы провоцирует, да, я всегда говорю, что невозможно спровоцировать, ну, то есть условно, меня спровоцировать на то, чтобы я кого-то ударила, невозможно, ну, типа, только если меня будут бить, я буду защищаться, понятное дело, ну, то есть, типа, там невозможно, как бы мы выбираем, да, спровоцируется или нет, это наш выбор, перекладывать ответственность на то, что, типа, ты меня спровоцировал, это инфантильно и нездраво, неадекватно, вот. Очень мило, очень приятное сообщение. Боже, такие странные вопросы есть. Вы влюблены? Мне хорошо. Как долго мне еще с брекетами ходить? Минимум год. Меня много надо поправлять. Меня будут как по приезду вот в кость сюда, в десну в кость, ввинчивать, вкручивать болты. Я не знаю, как я это переживу, но, наверное, после сисек уже не страшно ничего. Вот. Чтобы к ним... к ним как-то подкручивать брекеты, чтобы сильно это все менять. Потом мне еще надо импланты ставить. Я беззубая, у меня нет двух пятерок. Старушка Сонька в 26 почти лет. Вот. И будут ставить имплантаты или импланты, как это правильно называется. И так что год еще точно. Ну, честно, с одной стороны, прикольно с брекетами. У меня, например, уже губы кажутся больше. То есть у меня уже практически своего размера, просто из-за того, что брекеты, они как бы такие надутые. Вот. Но неудобно, на свиданиях, блин, неудобно. Мне перед Андреем вечно неловко поела, такая тыня, у меня там кино какая-нибудь, там голубичка застряла, боже, сексуальность просто уровня топ. Так, ой, давайте я вам расскажу про LA, хотела ли бы я здесь жить. Мое мнение, мои мысли по этому поводу. Сейчас, вот прям сейчас, на этом этапе однозначно скажу, что нет, не хотела бы жить, потому что...
Я здесь уже третий раз, да, сейчас мы уже 12-й день сегодня. Я, в принципе, понимаю, как здесь все устроено, и здесь все слишком сложно. То есть мне реально в Киеве, я думаю, ну, в принципе, Россия, Украина, плюс-минус, и там одинаково, но я уже обжилась в Киеве, мне там идеально комфортно, у меня там все есть, у меня там замечательный дом. То есть, условно, вот этот дом, в котором мы живем, вот в этом районе, вот такой вот, с самым таким минимальным, моя комната, смотрите, вообще самым каким-то минимальным ремонтом, он стоит 5 миллионов, я думаю, долларов. Мой дом в Киеве стоит 580, ну, нет, 675, но мы там чуть-чуть решали этот вопрос, чтобы снизить цену. Вот, то есть я 580 заплатила, вообще он стоил 675. То есть, понимаете, да, здесь 5 миллионов, и это даже совсем не то качество дома. У меня в доме идеальный ремонт, у меня очень качественные все материалы, у меня красивый ремонт, у меня, ну, прям классный дом в Киеве. А здесь это просто такой пляжный домик, то есть тут условия никаких, цены совсем другие, аренда тоже высокая, то есть вот этот дом, он вообще в месяц стоит 20 тысяч, ну, потому что он сдается не по, ну, типа, помесячно, то есть вообще здесь все арендуют дома на год, контракт на год, у них минимум, для этого там надо еще кредитную историю, еще там какие-то истории. То есть надо, еще не все тебя возьмут, потому что надо, чтобы они точно знали, что ты надежный чувак, короче говоря, там пройти собеседование и так далее. Минимум в этом районе, например, на Марине, ну, я думаю, нормальный дом там для моей семьи будет 1015 долларов в месяц стоить. И, скорее всего, он будет не меблированный. Самым обычным таким простеньким ремонтом тебе самому придется его меблировать. Для того, чтобы снять там любую квартирку, жить в любом ЖК, тебе нужно тоже проходить как собеседование, то есть просто так, как у нас в Киеве, да, приехал, там увидел цену, еще у нас можно еще и цену сбить, приехал, договорился, сказал, все, плачу, мне, пожалуйста, вы там вот это еще сделайте и кондиционер поставьте, и все, и заезжаешь, и всем пофиг вообще, чем, ну, в основном, да, чем там занимаешься, как зарабатываешь, какая у тебя кредитная история, и так далее, и так далее, а здесь это очень сложно. Вот, потом что, здесь все правильно, здесь прям все такие системные люди, они супер законопослушные, вот как им скажут, они так и будут делать, даже если это нелогично. Я была в шоке просто с садиков, с местных. То есть здесь с детьми очень сложно. То есть жить просто, например, одному там, или пары, в принципе, кайфовенько, если зарабатываете, если у вас нормальный доход, независимый, да, такой, нормально. То есть все остальные тут живут в рутине. С утра, ну, там, утром на работу, поработали до 6, приехали, собака погуляли, там, поели, и там какой-нибудь, может быть, спорт, там, гольф или там еще что-нибудь, и спать, как бы все, и снова с утра на работу. Вот так здесь все живут. С детьми здесь очень сложно, потому что заведений, например, как у нас, типа ресторанов с детскими комнатами, такие лакшери, нету практически вообще. То есть так, чтобы прийти, отдохнуть самим, посидеть, покушать, и чтобы дети покушали вкусно и поигрались, невозможно. Все надо резервировать. Какие-то хорошие заведения надо резервировать. Столики всегда тоже заняты. Просто так прийти тут куда-то сесть в хорошее место практически невозможно. С детьми пока что я не нашла, в принципе. То есть у меня дети постоянно, да, мне постоянно пишут про эту социализацию, там, типа, в садике не ходят, не социализированы. Мои дети, блин, социализированы еще больше, потому что у них разнообразие. У них есть и школа, такой детский садик, да, типа английского, там у Дэвида 4 часа, у Лолы 2-3 раза в неделю, и школа Лены Куликовой, и джиу-джитсу, и футбик, они у меня постоянно в торговых центрах, в этих всяких детских развлекательных комплексах, во всяких лазилках, комнатках, на площадках, то есть постоянно в каком-то движе, в какой-то социализации. Здесь этого я не нашла, минимум. Площадок мало, до площадок, ну, типа, вот есть, например, в нашем районе, до нее надо идти, а до остальных надо куда-то ехать, это не так, как у нас в каждом ЖК есть площадка. Здесь я так понимаю, что просто у каждого частный дом, и типа все организовано для деток. Ну, получается, тогда надо постоянно гостей звать, чтобы дети хоть не дичали, да, чтобы была эта социализация. Теперь, внимание, садик. Мы просто ходили посмотреть, что я поняла, что детям тут как бы вообще, они скучают, им скучно, им делать тут нечего. Посмотреть вообще, как здесь садики устроены. Мы пошли в самый лучший, ну, один из самых лучших, вот так, куда Саша Зверева ходит, точнее, водит Леву. И многим, то есть это один из самых топовых садиков здесь, в этом районе. Он максимум на 14 человек.
проверок там, например, то есть там не следят, нету проверок образовательной программы, нету проверок санитарии, ничего. То есть то, что приходит проверять, это чтобы был пожарный вот этот, скажите мне, огнетушитель и свисток на случай типа землетрясения, чтобы свистеть детям, как бы. Все, это все, что проверяют. Маленький домик, типа 100 квадратов, две комнатки всего и улица, маленький-маленький такой майданчик. И спят они в той же комнате, что играют, просто на это время им выносят такие кроватки, как бы, как матрасики. Они спят там. И это самые лучшие условия. Потому что в садиках, которые американские, чтобы вы понимали, детей не кормят самих. Им надо давать с собой еду, и они должны уже уметь кушать. То есть они едят сами. Они там спят в одежде и, скорее всего, даже в обуви, тоже на матрасах. То есть им разложили там матрасы на полу, они поспали, их сложили обратно. Майданчик, да, и простите, я с Украины, иногда я могу говорить с суржиком и использовать даже иногда и английские слова. Короче говоря, то есть, ну, как бы для меня это диковато, с масками тут тоже. Мне несколько раз прям кричали, типа, put on your mask, прям вот, ну, знаете, грубо, на улице. Тут на улице, тут нету закона, чтобы на улице ходить в маске, надо в заведениях, в помещениях. На улице это не обязательно, это их личная инициатива. Почему? Потому что они супер законопослушные, и они прям очень агрессивно на тебя реагируют, они прям шугают тебя, что ты ходишь не в маске, и могут еще прямо грубить. То есть, например, все тут очень такие доброжелательные, реально это приятно, все доброжелательные, улыбчивые, общаются, смолтоки, это прекрасно. То есть абсолютно каждый, кого ты встречаешь, говорит, hey, how are you, там, what's up, ну такое, да, все такие, тут с нами соседи знакомились. Но при этом, если ты вдруг где-то, типа, нарушишь их границы, то есть у меня девочка в магазине случайно плечом задела другую женщину, ну, американку, не афроамериканку, просто обычную американку, та ее матом таким обложила, причем девочка стоит такая, I'm sorry, типа, I didn't want it, и та прям дальше продолжает на нее прям матом орать, то есть они такие довольно агрессивные. Я один раз тоже развернулась, как бы, там, как мне объяснили, типа, что у нее, типа, если не запрещено, то разрешено, как бы, то есть, как бы, разворачиваться можно на перекрестках. Я на перекрестке поворачивала, и мне тоже американка из окна кричала, you are stupid like a hell. Я такая, типа, ого, думаю, прикольно, меня только что обложили, просто потому что я развернулась. То есть, ну, много нюансов, непривычно, дороговато, все очень сложно, все очень по правилам. Я для себя, да, я морально не готова, но мне это и не надо, это первое, да, то есть я для себя решила что мне офигенно жить в Киеве, мне там очень комфортно, я там зарабатываю деньги, у меня потрясающий дом, у меня машины, здесь мне не нравится водить. Что самое интересное, я думала, что здесь классно, Калифорния, пальмы, я тут буду кайфовать, водить машину, а здесь везде эти стопы, везде надо останавливаться. Очень, я все время на чеку здесь, ну, так стрёмненько, потому что они как-то водят так сумбурно, то есть они едут на соседние полосы, просто резко начинают перестраиваться, то есть, ну, как бы даже гнать не вариант. Здесь, как бы, вроде хорошие дороги, как бы все наоборот, тогда вычурно, правильно, красивенько и так далее, но водить мне стрёмно, правда. А в Киеве вообще без проблем, то есть даже с нашими дорогами я кайфую, я реально кайфую водить, поэтому мне здорово там, и все-таки, наверное, классно быть в месте, где ты уже привык, обжился, где ты своя, потому что здесь, чтобы жить нормально, во-первых, надо зарабатывать, ну, наверное, раза в два больше, во-вторых, тут надо заслужить, чтобы тебя приняли, понимаете? То есть тут тебе просто так не дадут карту банковскую, тебе надо иметь историю какую-то кредитную, тебя просто так не возьмут куда-то там жить в какие-то, ну, то есть там ребенка в садик, то есть тут прям все сложно, знаете, то есть надо прям обживаться здесь. А офигенно, когда в Киеве живешь, кайфуешь, зарабатываешь и можешь себе позволить вот так вот взял, захотел, поехал в LA на полтора месяца, захотел на Мальдивы, захотел на всю зимовку там куда-то в Таиланд или на Бали, это круто. А здесь люди, вы заметили, кто приезжает в ЛА, они мало путешествуют, они не уезжают никуда, они вот все, приехали и остались, потому что очень большой простой, то есть здесь мало кто покупает недвижимость или даже машину, я хочу потарахтеть, сорян, ребят, можете не слушать, здесь мало кто покупает недвижимость или машину сразу, здесь все как бы в лизинг, то есть они оплачивают каждый месяц, и условно, или вообще они просто снимают, то есть условно, если ты в месяц, представьте себе, там, допустим, тратишь на машину даже минимум там $500, и, например, на квартиру минимум 1500, а тебе надо еще куда-то полететь и там еще оплачивать, тебя эти деньги здесь, ну, как бы простаивают, да, поэтому, ну, вот как-то так, такие мои мысли.
И что второй какой вариант, момент я хотела сказать? Что меня сейчас очень сильно пугает политическая ситуация, в принципе, ситуация в мире. Меняется очень сильно климат, Гольфстрим поменялся, грядет глобальное потепление, прогнозируют, что будет подниматься уровень вод, уровень океана, и сейчас, ну, мне кажется, что в ближайшие несколько десятков лет будут нехорошие политические разделы происходить. Америка, я думаю, что утратит. Простите, я не политик вообще, я ни туда не лезу. Я больше именно про ситуацию в мире, что вообще происходит. То есть Америка свое влияние утратит. Я не знаю, что может случиться с вот такими всеми местами, которые ближе к воде, да, тем более на равнине, где уровень не выше, чем вода. Вот. И вот это немножечко стрёмно, то есть, конечно, какие могут быть там катаклизмы и так далее, и это прогнозируемо, да, то есть, как бы, об этом уже говорят, о глобальном потеплении, поэтому жить на материке, да, Украина в этом плане самое благоприятное место в серединке материка, выше уровня воды, и это безопасно, здесь постоянно то какие-то earthquake, то еще что-то происходит, поэтому, ну, все-таки я думаю, что там. Да. Все-таки, о, фу, Киев лучше Калифорнии, типа, что ты несешь? Для меня субъективно, мне там комфортнее. Я здесь уровень. Здесь как лучше, но здесь классно. В Киеве там серость, эти, блин, здания, хрущевки. Там даже я даже выехать не знаю, куда там свои костюмы пофоткать. Пофоткаться негде. Ну, реально, конечно, сравнение, здесь красивая картинка. Здесь реально просто идешь, едешь на машине, и везде, блин, инстаграмная просто картинка. На каждом, хоть на каждом шагу фоткайся. Солнечно, приятно. От этого невозможно не кайфовать, это реально заряжает, да, вот этот витаминчик D, солнышко, и у тебя уже автоматом лучше настроение. Приветливые люди, ровные дорожки, это прикольно. Но на чаше весов, вы понимаете, да, что если хочется сменить тусклую картинку Киева на вот такую, вот, ну, это, наверное, круче просто вот так приехать сюда и сменить эту картинку, потом вернуться, чем... А там мне здорово. Вот. Так, какие машины у вас? У меня дома Toyota Highliner, семиместная для перевозки детей всей семьи, и мой Jaguar I-Pace, это электричка, это самая лучшая машина на свете, серьезно. Вот я себе недавно загадала Урус, Lamborghini Урус, потому что она мне очень понравилась. А потом в один момент я такая выхожу из своего Jaguar, и такая думаю, господи, какая идеальная машина, потом такая ловлю себя на мысли, думаю, блин, а нафига я вообще хочу Lamborghini Urus, если у меня идеальная машина? Ну, типа, для чего? Для понтов, по большому счету? Ну, потому что Jaguar мне закрывает абсолютно все. Он красивый, он лакшери, он суперудобный, он суперкомфортный, он быстрый. Вот все в нем есть. Это лучшая машина, которую я видела. Он гораздо круче Теслы, потому что Тесла, даже X, на котором мы ездим, она удешевлена. У нее нет амортизации, она такая довольно жесткенькая. Эти дверки, ну, такое все, знаете... Ну, такое все хлипкенькое. То есть офигенно классные технологии. Технологии охрененные. Вообще, сама Тесла классная машина. Прикольно. Подходишь, она тебе дверку открывает, потом за тобой закрывает. Эти крылышки. Все там с компьютера управляется. Просто классно. Технология идеальная. Качество машины, ну, такое. Такое себе. Вот. А Jaguar просто потрясающий. Он как Mercedes внутри. Он классный, комфортный. Этот салон, это все такое красивенькое, супер простой тоже. Очень классная амортизация. Он как бы вроде не внедорожник, но он прям по ямкам все, в нем очень классно, очень комфортно, он очень проходимый. Вот. Поэтому я свою машину обожаю. Ну, собственно, вот. А здесь мы взяли Теслу X, потому что она красивая, она здесь местная калифорнийская. Она нам стоила на месяц 6500 долларов. Это нам сделали скидку еще. Вообще они здесь дороже. Вот. Ну, и она семиместная. Ее было очень сложно найти, честно говоря. Какая цена у Ягуара? А можете посмотреть, мой Ягуар I-Pace, у меня самая высокая комплектация, как она называется, H6E, по-моему, короче, самая большая комплектация, она сейчас стоит в салоне от 90 тысяч, 90-100 тысяч долларов, где-то так. Так, очень много
про Андрея. Спрашивают ли детки про папку. Он мне бурчит животик. Привет. Детки редко уже спрашивают, они уже знают. Лола недавно, например, говорила, говорит, мамочка, я тебя люблю. Потом поворачивается на Андрея, говорит, Андрей, я люблю маму и папу. Я люблю маму и папу, но папы нет, папа на облачке. То есть вот, ну, она уже... Значит, и, кстати, не знаю, почему она решила, что папа, ну, прям на облачке. Я, по-моему, такого не говорила. Я вначале так говорила, но прям на этом не застряла как-то внимание. Но она так для себя решила. Вот, и, а Дэвид просто уже знает, что папы нет, папа умер, но они вдвоем знают, что папа их любит, любил, что он как бы там за ними наблюдает, то есть я стараюсь привить, насколько я могу, понимание того, что папа их любил, что они любимые дети, да, что их там не оставили, они там не бросили, не хочу там ничего говорить ни про наши отношения, там ничего такого. Там Дэвид многое помнит на самом деле, очень много, у него очень много выводов, и есть пока модель тоже в голове, наверное, не самая, не очень правильно выстроенная, но это все со временем. Вот. Андрей офигенно ладит с детьми. Я, честно, вообще не могла... Для меня удивительно, что человек, у которого нет своих детей, довольно молодой, ну, особо без опыта, он, ну, вообще просто... Мне мама говорит, я бы хотела, чтобы у детей был такой папа. Вот. То есть он... Детки его полюбили. Он дает им именно модель мужчины. То есть я добрая мама. Я им даю свободу. Я нежная, я ласковая. Я даю ресурс абсолютной любви, абсолютной защиты. То есть я... Ну, я бываю строгой, но я не могу прям вот сильно, да, там, про ответственность, про вот это все. Ну, не могу я. А Андрей, вот он именно дает вот эту мужскую роль. Он строгий в меру, он очень адекватный. Он очень в диалоге, он расставляет границы, то есть прям, ну, офигенно, я так хотела. Так, что еще? Боже, что там происходит? Все, давайте еще два вопроса и ухожу. Я не заболела, мне кажется, что это какая-то аллергия, я пока, потому что у нас с Андреем вдвоем одинаково, у нас заложены носы. И какая-то вот как мокрота, то есть все, мы чувствуем себя отлично, просто вот заложены вот прям пазухи, вот. Не знаю, что это такое, но чувствую себя классно, просто вот так вот получается. Поэтому, да, сорян, в нос говорю. Каких в отношениях с Андреем? Каких в отношениях с Андреем? Кто тебе Андрей? Давайте так скажу. Мы с Андреем в потрясающих отношениях, вообще просто в замечательнейших. Просто я очень счастлива, довольна, мне комфортно, я себя чувствую в безопасности. Андрей потрясающий мужчина. Мы друг друга, да, любим, мы два космонавта. Нам вдвоем очень хорошо, у меня еще больше заложился нос. Сорян. Вот. И вот, собственно, и на этом, в принципе, и хватит как бы. Так. Чи вчите ви дітей української мови? Насправді не вчу, тому що не знаю чому, тому що вони ще не зовсім досконально знають російську мову, але вони деколи можуть там дивитися фільми, мультфільми українською мовою, дещо розуміють. Я думаю, що коли будуть ходити там до шкільні заняття або в якийсь там напівсадик, або школу, вони вже будуть там навчатись. Зараз вони навчаються англійської мови, у них англійський садик, в них виходить, їм дуже подобається. Вибачаюсь, в мене нормальна українська мова, але не вистачає практики, тому я можу трішки бути із суржиком. Так. Так, що би ще вам відповісти? Сложно ли вам с детьми сейчас вопрос, и который не захотел открыться? Давайте его еще раз так. Сложно ли вам с детьми сейчас? Без нянь, конечно, сложнее. Мои выводы такие, да, я же последняя, вот как я от Димы ушла, я взяла себе две няни, плюс Наташа как мой личный ассистент. То есть у Наташи по детям там задачи организовать остальных нянь, проконтролировать всех и, может быть, развести детей, если это не могу сделать я. Ну а так Наташа там все мои вопросы, задачи решает. Там съездить забрать посылки, с кем-то встретиться, там встретить каких-то там рабочих, курьеров, кого угодно. Ну то есть вот это такие моменты. Меня сопроводить, со мной поехать, пофоткать, где-то мне помочь. То есть вот это делает Наташа и две няни. И почему няни?
Не потому, что мне хочется там своих детей, мне не нужны дети, мне надо их на кого-то свалить, я там мамка на детей, на нянь оставила, ими не занимаюсь. Вообще нет. Потому что это мой здоровый рассудок, моя здоровая кукуха, мое гармоничное, комфортное состояние, потому что абсолютно любому человеку надоедает монотонность. Абсолютно любой человек выгорает там, где он залипает, где он постоянно. Если мы постоянно только в нашей работе сидим в офисе, нас, блядь, этого высасывает, это очень сложно. Если мы постоянно, блин, мамы дома сидим, зачуханные, уставшие, только с детьми, это тоже выматывает. Поэтому, конечно, хочется жить для себя тоже. Я говорю, я даже последний пост об этом же пишу, что я в балансе, я везде по чуть-чуть. Я и женщина, и живая, и расту, и развиваюсь, и занимаюсь бизнесами, и занимаюсь собой, и встречаюсь с подругами. Я живу, я молодая, мне 26 только будет через месяц. Я молодая, я хочу жить. Дети не все, не крест на мне, дети не вся моя жизнь, дети не мой смысл жизни. Дети – это часть моей жизни, прекрасная часть, которая должна заботиться, которую я не могу оставить на самотек. Я обязана их растить, давать им все самое лучшее, я обязана быть их мамой, я обязана дать им ресурсы. Вот это будет последний вопрос, последний ответ. Ресурс безусловной любви, безусловной защиты. Я должна, обязана им дать благосостояние. Я не хочу, чтобы мои дети в чем-то нуждались, росли с мышлением, знаете, типа, ну, нищебродским, когда чему-то завидуешь, не понимаешь, почему это не могу. Я росла, ну, как бы, росла с непониманием, почему другие дети вот так, а у меня такого нет. Я, когда перевелась, например, в Киев, к Ану Шевченко, в Красный корпус, где все мои одногруппники были с айфонами, сумками Луи Виттон, приезжали на БМВ, после занятий ходили и кушали в ресторанах, меня звали, и я в одежде секонда с каким-то стареньким Самсунгом приезжаю на автобусе и метро, и мне было супер некомфортно. Я себя ощущала, почему еще? Это и про самооценку, когда ты себя ощущаешь никем, когда ты ничто, тожество, когда ты, ну кто я в этом мире вообще, типа я же недостойна, я не могу себе этого позволить, и мне поэтому, наверное, знаете, внутренне, с одной стороны, и хотелось быстрее запрыгнуть в отношения, ну от моей инфантильности, я же молоденькая была, так многие, ну когда ты не понимаешь, вообще потеряна, не понимаешь, что тебе делать, как делать, где деньги взять вообще, как выжить, как себя чувствовать нормально, и, блин, впрыгиваешь в отношения, чтобы тебе немножечко, ну да, взяли эту ответственность на себя, да, чтобы где-то тебя материально перекрыли. Это, ну, с одной стороны, это меркантильность, конечно, это еще у этого есть другая сторона. Я не говорю, что я там за Диму выходила замуж только поэтому, я Диму реально очень любила, я влюбилась, он для меня всегда был просто богом и лучшим мужчиной на свете, но вопрос в том, что вот этот вот момент тоже был весомым, многие девочки так делают, и я так не хочу для своих детей, я хочу, чтобы они себя могли понимать, ощущать, знать, чего они хотят, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы они были самодостаточные, поэтому... Я стараюсь для этого. И для этого я не должна быть мамкой-наседкой, которая сидит с ними 24 часа на 7 дома и только при них, и как бы все, больше чем не занимается. Они же еще должны видеть и модель здоровую. Но что они будут видеть? Мамку-наседку, которая только с ними и никуда не выходит? А так они видят модель человека. Человека растущего, развивающегося, кайфового, они видят, они это перемут от меня, что я счастлива, что я стремлюсь к большему, что я работаю, что я в драйве постоянно, в движении, понимаете, и пускай они тоже так растут, пускай они понимают, как это здорово, пускай они видят, что я не сижу там, о, ненавижу жизнь, ненавижу работу, нужны деньги, все плохо, а что я наоборот, класс, я работаю, я кайфую, я получаю деньги, это так здорово, что у нас они теперь есть, я им ценность денег прививаю. То есть, как бы, я не хочу, да, у меня есть няни, но это помощь, это, во-первых, безопасность, потому что одной с тремя детьми, ну, даже выйти, я помню себя, которая гуляла там на площадке, да, зайка, можешь пить, котенок, которая гуляет беременная с двумя детьми на площадке, смотришь за Лолой, потому что она меньше, в этот момент там Дэвида кого-то, кто-то там ударил, ты бежишь туда, чтобы разобраться с этой ситуацией, а ты не усмотрел, теперь надо тебе это вникнуть, в это все решать, потом поворачиваешься, а Лола куда-то уже уехала на беговеле, ты бежишь, это даже небезопасно, няни нужны в таком случае, понимаете, это более
это качественнее с детьми, потому что я могу быть там с одним ребенком качественно, пока с другим ребенком занимаются. У меня же нет мужа. Я понимаю, что многие мамочки такие, вот, дети на няньках. Ну, у вас же есть хотя бы муж, у вас есть две полноценные роли. А у меня этого, ну, вот сейчас я без нянь, сейчас вот мы с Андрей, мама, я, да, трое взрослых, трех детей. И как бы, в принципе, справляемся нормально. Ну, сложно, ну, понятное дело, что это постоянная какая-то включенность, постоянно быть в этом, все контролировать, всех собрать, всех одеть, всех накормить, блин, все проблемы решить, кто-то плачет, на ручки взять. Ну, это типа, ты постоянно в этом, я вообще не знаю, как я восхищаюсь стрессоустойчивостью Андрея, потому что я-то в это потихоньку заходила, по одному ребеночку рожала, но я как бы уже в этом варюсь, я привыкла, у меня это такая налаженная система. А Андрей впервые такой, хоп, и сразу три ребенка, и он офигенно справляется, поэтому... Ну, как бы сложность есть, но это такая, как бы мы сами выбираем, как к чему относиться. Что сложно, типа, сложно быть блогером, но как бы, ну, это определенное количество определенных действий, да, ты постоянно тоже включена, много чего надо делать, но это ты выбираешь, как к этому относиться, сложно тебе это или просто ты от этого кайфуешь, это твое. Точно так же и с детьми, поэтому, ну, это все выбор, да, это все выбор нашего отношения, как и ко всему в жизни. Вот так. А про нянек я вообще даже, ну, даже не беру это все, потому что я знаю, что я делаю правильно. Я просто знаю, что я делаю правильно. Я крутая мама. Я знаю, что дети мне скажут спасибо, когда они вырастут. Возможно, возможно. Я не отрицаю, что где-то и я косячу. Я не идеальная, я живая, я имею право косячить. И по-любому где-то какие-то там провалы с детками есть. И у Дэвида какая-то модель тоже заложена с моих прошлых отношений. И сейчас, да, долго не было мужской роли. То есть, ну, понятно, что какие-то вопросы у них будут. Но я стараюсь максимально. Я знаю, что я стараюсь не только для себя, а и для детей. Но и я тоже при этом не хочу на себя ставить крест. Я хочу кайфовать от жизни. Я хочу быть красивой, здоровой. Что тебе, котик, открыть? А что ты меня не попросишь? Ты просто мне не мешаешь, да? Ты мой зайка. Да и давай сюда. Мой хороший. Видите, он даже сидит и даже не просит меня, потому что знает, что я работаю. Да, малыш? Ты мой хороший. Держи, малыш. Ай, только потом закрутишь, ладно? Осторожненько. Можешь с Лолой поделиться, хорошо? Лолик внизу. Я не могу туда сюда ходить. Чего ты не можешь туда сюда ходить? Вот. Да, малые у меня тоже, я благодарю, я сама кайфую от своих детей. Понятное дело, что они дети, что они там где-то что-то и могут и подраться, и решать, и капризничать, и так далее, но они офигенные. Они, блин, умные, развитые, хорошие, понимающие, все реально понимают, способны на диалог, открытые, они, ну, они дружат с другими детьми. То есть, ну, прям я довольна, какие у меня дети растут, поэтому... У меня к себе вопросов как к маме. Я есть к себе вопросы как к маме, конечно, всегда. Это же перфекционизм, все такое, но... Но все, хватит всего этого. Мы поехали на Hollywood Sign. Благодарю вас, что присутствовали здесь, что слушали мою тупую болтовню, как все тут пишут. Да, я даже растрынделась. Вот. Они у тебя ничего не просят, не просят, потому что знают, что тебе на них похер. Мне похер на вас. На моих детей это люди, на которых мне больше сегодня похер, вот поверьте. Ох уж этот нос. Все, всех люблю и целую, обнимаю. Всем желаю, наверное, уже доброй ночи, получается, а нам хорошего дня.